Уважаемые жители, приглашаем вас в нашу новую больницу. Сегодня и только сегодня бесплатный осмотр простаты. Заходите, заходите, не стесняйтесь, это не стыдно. Это важно, не стесняйтесь. Лечим вирусы любой сложности, начиная от грибка на пятках, заканчивая зомби-вирусом. Молодые, пожалуйста, жители, те, кто вылечились, к чертовой бабушке текайте отсюда, давайте. Здесь не дом престарелых, здесь не казино, здесь не клуб развлечений, здесь больница как-никак. Сматывайтесь, да... Мне кажется, нужно пристроить морг вот здесь вот рядом. Да, было бы неплохо. Ну, а чё, я чё, я виноват, что они такие щуплики? Они только что вылечились они от зомби. Они только из больницы да, вышли. Да, я чё-то не подумал, сразу трезубцем шандарахнул. Не заставляй тебя шандарахать трезубцем! Чёртовой бабушке, свалил отсюда! Катя, выпроводи, пожалуйста, молодого джентльмена. Но они понимают, что здесь бесплатная еда, бесплатное проживание. Вот они и не хотят уходить. Но... Выйди. И обратно без справки о болезни не приходить! Все ясно! Зажрались, зажрались просто. Мы тут лечим детей, жен, мужей. Они просто так приходят и наши припасы вот это расходуют, собаки. Вышел отсюда, даже к дверям не под... Не подходить! Так, все, мне это уж бесит. Вот так вот. Вот так. Надеюсь, не зайдут. Золотые яблоки взяла? С собой. А сейчас выбегай на улицу, заходи вот в бочки, которые находятся там с левой стороны, достань, пожалуйста, маринованный паучий глаз и достань порох. Присобачь это сюда, пожалуйста, обратно, потому что нам сейчас нужно сделать зелье слабости, чтобы вылечить еще вот этих двух зомбарей. Маринованный паучий глаз нашла, порох нашла. Отойди отсюда, тупица! Все. Давай, заходи, иду. заходи. Нет, пожалуйста, я ничего не делал плохого в этой серии. Максимум жителя убил. Это не больница для големов, поэтому идите в сраку. Ага. Вот так. Давай сделаем больницу для големов. Ну это уже в будущем, это уже в будущем. Выкидывай маринованный глаз или давай засовывай его сюда, в эту зелеварку. Держи, я не умею варить зелье, поэтому давай ты. А сейчас ставим маринованный глаз паука сюда и ставим его вот сюда. Ждем, пока из этого всего у нас сделается зелье слабости. Слушайте, а вам там не надоело по нашим бочкам лазить, нет? Угу, я тоже слышу, они тук-тук-тук-тук смотрят. Валите нафиг отсюда, это наши припасы, наша больница, все. И прямо сейчас у нас получилось зелье слабости, и для того, чтобы оно было взрывным, надо запиндюлить сюда порошочек. Вот такой, неважно какой, для любой стирки, можно тайд, можно вот это, какой там, какие порошки там еще есть? Персил там есть, миф еще есть. Неважно, любой порошок из этого все у нас в конце получится... Взрывное зелье получилось? Слабости. Получилось, Кать, смотри, смотри. Одно тебе, одно мне. Пиндюль в другого вот этого жителя, я пиндюлю сюда. Так яблочко, яблочко. А, яблочко, дай яблочко одно, дай. Ага. Так, и я тоже давай. Раз, и яблочко, на. Оба. Я кинула нечаянно третье яблоко, вон валяется. Молодые люди, примерно 1-2 дня постельного режима, и все с вами будет просто чики-пуки, не переживайте. Все, удачи вам, из клетки не выходите. Все, пошли, Кать. Подожди, яблочко забрать надо, вон в углу валяется. А, он меня ударил. Давай, забегай, забирай яблоко. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, замагивай его, замагивай, то он на улицу выйдет, замагивай. Да внутрь зайди. Нет, давай ты сам, давай сам. Да, а он за тобой следует, внутрь зайди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, 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 сейчас он зайдет. Выбегай, 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 закрывай! Обосрунькалась, да? Да, да я нечаянно на Q нажал, яблоко выбросилось, пипец я ненормальная, пойдем. Выходи на улицу. Да пойдем уже! Да закрой уже дверь эту! Кто-то один из нас! Все, пошли, ненормальная моя. Киса! Ты смотри, какая серенькая. Прям такая сероватая серенькая. Мне нужна еще одна киска. Хищник Катя вышла на охоту. Только вот эта киса уже очень далеко убежала. Ты ее вряд ли сможешь догнать.
Кисочка! Иди сюда. Оп, тихо-тихо-тихо-тихо, стоять, блохастая. Ладно, пока Катя охотится на кис, я тебя полечу. Только чтоб в следующий раз мне задницу не надирал. Подойди сюда, вот так, все. Все, чики-пуки, друзья, ага. Ну не сможешь. А нет, смотри, смогла нафиг. Кай, ну сколько животных можно приручать? Я понимаю, это будет здешнее. Она с ободком. С ободком, ну конечно, ты же ее только что приручила. Слушай, это, в принципе, хорошая идея. У нас тогда и в этой деревне будет собственная киса, да, киса? Да, только не надо загнать ее куда-нибудь, не чтобы она не здесь стояла. Да пускай будет здесь, если возле нее будут пробегать криперы, она будет их отпугивать. Это хорошая защита, Кать. Я хочу ее к елочке поставить ближе. Ну ладно, стой здесь. Всё. Кать, мне кажется, ты этому голему или понравилась, или не понравилась, но он на тебя очень криво смотрел. Так, что мне нужно дать ему? Цветочек? Так, ладно, у нас на самом деле куча других дел, давай рассказывай. Но перед тем, как рассказать, я тебе предлагаю засандалить свою задницу в вагонетку и поехать домой. Давай, быстро, сандать! Тихо. Ладно, я ее тогда заберу. Кать, наверх, пошли наверх! Я села. Ты на земле сидишь, там даже рельс нет, Кать. А. Забирай вагонетку и потопали наверх. А ты посмотри... О, мы приехали! Да, ты посмотри, какой у нас красивый-то город получается, спустя столько много серий выживания, которые мы еще не достроили до конца. Ой, там нас бежит мелкий встречать, смотри. Ой, мистер Крипер, здравствуйте. Нас встречают, просто встречают. Я вижу, у тебя очень много друзей в этом городе, да? Ну ты хотя бы отбегай, когда мистер Крипер на тебя бежит, Кать. Хорошо, в следующий раз обязательно буду отбегать, когда на меня бежит мистер Крипер. Ладно, ты тут тусуйся со своими друзьями, а я пойду туда, что мы решили построить в этой серии. Екатя Жопик, выхухляцкий, жду тебя возле фермы! Беги сюда, пожалуйста! Надеюсь, меня сейчас не укокают, и я прибегу. Кать! У нас тут на катке туса своя происходит. Своя атмосфера, как я видел. Что? Где я показываю? У вас тут все... Так, подожди. У нас снеговик. Снеговик, который заигрывает зомби. С двумя зомби. Две ламы, один зомби украл вот этот поводок. Две ламы, которые потеряли своего вот этого хозяина, который, походу, умер. А вот он держит ламу, он просто невидимый, смотри, вон он. А-а-а, да, вижу. Игорек, я тебя молю, иди домой. Поводок верни чужой. Не твоя собственность. Вон лама убежала из-за тебя, тупица. Все, спасибо за поводок, пошли, Кать. Пошли. Пчелочка, хорошего вам отдыха. В предыдущей же серии, вот этой, предыдущей, от которой была вот до этой серии, если тебе интересно, вот подсказочка, можешь тыкнуть и обязательно посмотреть, что там было в предыдущей серии. А именно, уйдите с наших грядок, он морковку затоптал, сатана. Кать, мы вроде как бы даже начали лечить вот этих зомби-жителей, но их как-то меньше не стало на самом деле, как будто их еще больше. Надо было сейчас их не убивать, а затащить в больницу и лечить. Смотри, как здесь у нас все красиво. Зелено, арбузы, тыквы, свекла. Я, дурак, в предыдущей серии вместо свекол тыквы посадил, и комменты только вот в этом были, то, что я там дурак посадил. Да. Я читала, типа, как ты собираешься делать борщ из тыквы, хо-хо-хо. Ну все, я пересадил, вот, сейчас у нас здесь только тыква растет. Ну так вот, подождите. Кань. Я. Подойди сюда. Это твой будущий трон. Это твое будущее семейство. Оно будет жить здесь. И ты будешь королевой вот этого помещения. Знаешь, какого помещения? Ну, знаю, примерно догадываюсь. Какого? Я буду повелительница курей. Да, ты будешь королевой курятника. Так вот, Катя в предыдущей серии также сказала то, что она мне в будущем будет делать... Горы, просто горы печенек. Но я не только печеньки хочу, я хочу еще тортики. Печеньки?
Печеньки, печеньки, вот, держи тебе какао-бобы, давай их посадим, пожалуйста. Я так хочу печенюшки, ты просто не представляешь. Чтобы быть кондитером и чтобы делать вкусные вещички, в любом случае в каждое блюдо входят яйца. И как раз-таки в нашем городе уже практически есть все, кроме куриной яичной фермы, которую мы будем как раз-таки строить прямо сейчас. Катя, тебе слово. Ты знаешь... Я не знаю, что сказать на этот счет. Не надо ничего говорить, лишних слов не надо, просто погнали и будем строить ферму куриц автоматически. Давай. А что? Ага, что? Автоматическую, я сказал. Как? Сейчас я все покажу. Шалкер ящик, все нужные ресурсы, вот всякий хлам выкладываем сюда, а все нужные ресурсы забираем. И в первую очередь нам нужно построить форму нашего курятника, а потом подсоединить вот эти все воронки и мамину маму. Мы приняли вот такое вот дизайнерское решение и решили построить курятник в стиле древневекового Майнкрафта. Я не смеюсь, Инди. Здесь у нас будут воронки. 9 воронок, и здесь у нас будет 9 куриц. А то, может, и больше, фиг его знает, сколько они смогут здесь наплодиться. Вот эти вот окна я принял решение, хватит меня толкать сюда, где будут курицы, я принял решение закрыть их люками. Но это чуть позже, не переключайте канал. А где мы куриц возьмем? У нас дома есть всего лишь 6 яиц. Учитывая, что ты такая везучая, я помню тот случай, когда ей из 2 яиц вылупились 2 курицы. Учитывая вот это, возможно, тебе сегодня повезет и хотя бы я пошла за яйцами. Иди за яйцами. Только еще рано, подожди, еще рано. Воронки, воронки, воронки. Кать, притащи воронки. А где они лежат? Скрафти. А я пока займусь другими делами. Так, я бегу. Ты еще там, на месте, никуда не ушел? Тут, я тебя жду. Все, я еще сено притащила. Вот, держи. Сено. Сено на кой черт? В смысле? Ты же попросил сено меня принести. Я не просил, я просил воронки. А вот воронки, вот. Давай воронки. Сколько скрафтила? 10, как я просил. Синяя шерсть мне зачем? Держи. Так, воронки у нас есть. Вот сейчас как раз таки пришел тот момент, когда я должен сделать вот ту самую автоматическую ферму. Отойдите, пожалуйста, женщина, вы мне мешаете. Да, пожалуйста. Вот это все мы должны соединить. То есть все воронки должны заходить именно вот в эту. Это должна спускаться вниз, и все. Все вот эти яйца, которые будут нести курицы, должны попадать в вот этот сундук. Екатерина, продемонстрируйте, пожалуйста, выкиньте какую-то шнягу в любую точку вот этого курятника. Любой предмет. Ну вот синяя шерсть. Давай, выбрасывай, и сейчас синяя шерсть должна появиться здесь. Пожалуйста, не подведи меня, появляйся. Она не появляется. Кать, ты куда синюю шерсть выкинул? Куда-то из этих воронок. Вот в том-то твоя проблема, то что куда-то. А чё её нет? Или она появилась? Вот она! Только она почему-то не заходит в этот сундук. А ну, отойдите! Сундук. Все, подсоединил. Это, подсоединил. Готово. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кидаем синюю шерсть. Вот! Появилась какая-то синяя. Все готово. Сейчас, подожди. Засраиваем. Вот это я еще сюда застрою, это сюда застрою. Кать, твой выход сейчас будет буквально через пару секунд. Да, я возьму вот этот еще желтый ковер. Яйца разбивать. Подожди. Все? Твое новое жилище, Кать, готово? В смысле мое новое жилище? Ну, в смысле, ты же здесь вот эта королева этого курятника будешь. Все, разбивай яйца, подойди вот сюда. Вот так, давай. Раз. В стену разбивай, в стену. Все, со второго яйца курица! А ну, давай дальше! Минус. Ага. Ну, из 6 яиц одна курица. На самом деле, иногда бывало то, что мне меньше везло, чем тебе. Надо, знаешь, что сделать? Надо хотя бы еще одну курицу, чтобы их курить. О, в смысле... Курицу курить? Скурить их, скурятить, чтобы они курей новых сделали. Как минимум 2 нужно, чтобы получить 3-ю. Но это же биология.
Одна курица достаточно, чтобы получить еще одну. Она же будет яйца нести. Мы из яиц будем еще курицы вылупливать. Пока она там яйца изнесет вот эти, пока мы их разобьем, а так нужно еще притащить сюда одну курицу, курить их, и получится еще. Все хорошо, пойдем курить одну курицу. Давай, сейчас найдем. Только Катя может такое придумать. Тихо-тихо, вон она, вон она. Вон она, я яичко вижу, я вижу одно яичко. Давай ты, короче, охотница за яйцами, я охотник за курицей. Пошли, пошли. Ну да, в принципе, как оно в жизни и бывает. Пошли, пошли. Собирай, кстати, еще пшеницу. Пшеница нужна, чтобы разводить куриц, поэтому она будет полезной. А я пока доведу курицу в наш курятник. Какую пшеницу? У нас вон пшеница растет в огороде. Ну, в смысле, семена пшеницы иди собирай. Залезай сюда, давай. А, так она большая курица, а та маленькая курица, они сведутся? Кать, я не знаю, что они будут делать друг с другом, как бы. Открывай калитку, давай, давай, так. Заходи внутрь, заходи, главное, чтобы вот. Вторая не выбежала. Заходи, не заходи, давай. Заталкивай. О, жирная какая. Заталкивай ее, она не пролезет. С другой стороны заталкивай. Так, давай, давай. Закрывай калитку. Ну все, Кать, по сути, как бы, ферма практически готова. Будешь треску сырую. Ну ладно, все, давай оставим их наедине и пойдем. Пошли, выходи. Выходи. Закрывай за собой каждый раз. Здесь у нас поводок уже один валяется, и здесь у нас синяя шерсть валяется. Ну все, в следующей серии посмотрим, сколько у нас здесь кикичек и яичек появилось. Ну что ж, курей мы сделали, курятник сделали, яички будут, а теперь ночь на дворе, пойдем собирать наш огород. А ты мне омлет будешь делать, Кать? Омлет? Омлет, ну когда у нас яйца будут. Ну, конечно, буду. Хорошо. А глазунью? И глазунью буду делать. Ага, хорошо, просто замечательно. Как засадить? Почему меня не сажается? Ну что ты пшеницу сажаешь, надо с семенами пшеницы, Кать. А ты знала, что в Майнкрафте можно изумруды садить в землю? Вот вроде я помню, и из изумрудов получится ферма изумрудов. Ну, то есть вырастут настоящие изумруды. Я сейчас проверю. Ну, давай. Ничего не садится. Ну, потому что надо 3 раза кликнуть, 4 раза подпрыгнуть и 2 раза обернуться, и только тогда засадится изумруд. Давай еще раз тогда. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Не садится! Да потому что ты лохушка, не надо мне верить! Какой изумруд, Катя, изумруд нельзя садить! Спрячь свой меч! Спрячь свой меч! Ой, здравствуйте!